Прекрасные ребята, правда. Ребята просто, ну, просто... ураган. Ребята, да. Фейерверк. Работают, не отпуская ни на секунду своего, нашего внимания. Какие-то неистовые, очень профессиональные. Хотел, да. Да. Сразу хотелось узнать их биографию, потому что они все еще с такой интересной судьбой каждый. Вот, дай бог спектаклю процветания, чтобы... Ну, как хорошо, что такие талантливые ребята есть на свете. Не, хорош, хорош. Понятно, что в наше время надо, ну, как бы уметь делать все творческому человеку. И не только актеру, а и музыканту теперь. Они составляют большую конкуренцию нам. У них на одну позицию они делают просто хай-класс. Конечно, играют фантастически.